Всем большого футбола, дорогие друзья, с вами FIFA прогноз, очередной выпуск. Чемпионат мира скоро стартует, мы продолжаем симулировать матчи чемпионата мира по футболу. Сегодня у нас очередной матч, и какой представит мой коллега Александр Дегтярев. Привет. Да, 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 да. Что мы сегодня играем? Мы играем матч Германия-Мексика, матч открытия этой группы. Какой группы, я, к сожалению, не помню, но группы, в которой есть сборные Германии и Мексики. Я думаю, что именно эти сборные будут из этой группы выходить. Ну а коэффициенты конкретно этого взятого матча абсолютный. Абсолютный фаворит сборной Германии. 1.45 винлайн на победу дает. Это очень, в принципе, немало и немного. Ну, не знаю. До 1.51 у Олимпа. Также 1.47 1x. И лига ставок дает 1.5. Ну, а на Мексику дают бешеные коэффициенты. В них абсолютно, я так понимаю, не верят букмекеры, а я верю. Олимп дает 7.47 на победу сборной Мексики. Это самые меньшие коэффициенты. И 8.1 дает 1x ставка. Ну, 7.50 у лиги и винлайн 7.58. В целом выглядит очень многообещающе, потому что, а почему бы и не проиграть фавориту, обладателю Кубка чемпионов мира в первом же матче, а потом с треском вылететь с турнира или со скрипом выйти со второго места. Будет интересно посмотреть. На ничью коэффициенты также достаточно неплохие. 4.35 это лига ставок, и самое большое 4.46 это 1xbet. Также там есть 4.42 и 4.37. Ну, вот так вот все колеблется, все так, как и должно быть. Коэффициенты на ничью, в принципе, очень хорошие. Будет интересно посмотреть за этим матчем, а что именно сейчас будет, увидите прямо сейчас. Германия-Мексика, первый тур чемпионата мира по футболу, FIFA 2018. Поехали! Лужники Стадиум встречает матч Германии и Мексики. Какой Нойер серьезный после такой-то травмы. И сразу после того, первый как номер сборной. Как не вызвали сборную второго вратаря Баварии, который дошел вместе с клубом до 1-2 Лиги Чемпионов. Остался сей дома. А вот Нойер, который только что встал с больничной койки, он сразу же идет в ворота. Как-то прям тяжело сразу распасовка у мексиканцев идет. Не их это вестимо. Ну что, и игра в обороне тоже не их. Ах, можно было прострелить. И застрелить. Да. О, чё? Этот парень тащит всегда мертвейшие вещи и может пропустить абсолютную фигню. Я не понимаю, зачем кроссы до сих пор вызывают Эхидиру. А что же, нет? Какой смысл? Ну и... И гол! Отлично, ну пас хороший был. Провал сборной Германии в обороне. И Чичарито Хавьер Эрнандес заставляет мохнатый кубок появиться еще раз в перебивке. Мохнатый кубок? Ну смотри. Кубок, который похож на... Вот это что у него там за челочка? Мне вот эти вот его круги напоминают пришельца, знаешь, из мультфильма «Американский папаша». Зерка, по-моему, его звали. А сейчас нет. Хедира, Хедира. Лучший игрок, которому можно вот так убегать. Да, на Вернера удар и 1-1. Справедливо, абсолютно. Тима Вернер счет сравнивает. Провал сборной Мексики в контратакующих потугах. Мексиканцам за счет обороны играть точно не стоит. А если они будут открываться, они будут и пропускать, и, наверное, забивать тоже. И пошла туда радиоуправляемая, любимая моя. Давай, давай, пасянка. Ну что за удар? Удар опас. Ужасно. Сейчас зайдет. Вот чувствую. Нет. Ну, не таким ударом все-таки, а что? Азил что-то как-то вот с каждым сезоном все хуже. Ну, это называется стагнация. Это называется Арсенал. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Азил, ну давай, сколько моментов у тебя уже было? У нас, когда к нам английский диктор подвезли? По-моему, они на немецком сейчас говорили. Вот это вот тетенька в Казани.
Нефть-арена. А матч казанского Агабарса и так прочее, так далее, чем он там. Джастин Азеведо. Так, ну что, у Азила будет-то этот момент забитый, нет? Нет. Езжай обратно свою курсу. Дизмораль, что ли? Очередной проход Азила, нерезультативный. Не прошедший для начала. Да. Там просто больше его не будет. Поменяешь друг, на другой проход. Ой, и кто? Это не Азил, это точно не Азил. Я вижу светлая голова. Вот подпись несут Азил. Нет, Тима Вернер. Дубль. Снова, заново, еще раз. Опять. Дубль в этом матче. Это уже наглость будет. Ну и пошел. Мюллер. 3-1. Ну вот это, знаешь, это нормально для Германии. Не стоит разыграться, как они ловят свой кураж. Да. И все, понеслась. Сборной Бразилии передаем привет. Начать мексиканцы, которые по 8 этих кружек со стадиона выносили, по-моему, даже и больше. Ну, это уже. Это что было? Это уже больно. Это уже Тимо Вернер хет 3. А такой счет реальный, нет? А почему бы и нет? Отсылочка к пятому голу. Нет. Сколько перекладин за сегодня? Я не знаю, но это очередная перекладина от Месута Азила. А вот удар от Нойера. 5-1. Почему ты Мюллер? Мюллер. Дай пусть Нойер, да. Уже не жалко. 5-1. Тут можно и Нойеру один отдать. Да. Собраться. Ну, а ты... Азил выходит. Да, наконец-таки! Да, все такие, вот оно. Да, сейчас остается только повторить счет 7-1. Не, вот. Ну, знаешь, вот так заканчиваются эти истории с 30 проститутками. Я думаю, что сборная Мексики все равно получит балла от Бубнова больше, чем сборная России. Я думаю, сборная. Феня Смолов, двойка, ё-моё. Сборная России после матча чемпионата мира должна получать не по баллу, а кое-что со звучным. Да. По бокалу шампанского. Ну, конечно. Да. И гимну. Да. 6-1. Тимо Вернер делает хет-трик в этом матче. 6 ударов, 3 гола. Очень хорошая результативность, да, при такой статистике. И наконец-таки забил Месут Азил после... ТЗ, сколько, сколько ударов поворотом. Явно больше, чем у Вернера. А счет-то открывал я. Да. С такой статистикой ударов у Месута Азила я не думаю, что все будет складываться так радужно, как в этой игре. Ну, а вся сборная Германии показала сегодня... Ах, вот почему он там так проверял. Ну, вот так вот толкнул. Ну, ладно. Бог с тобой, Гильермо Очоа. 6-1 в итоге матч Мексика-Германия, или Германия-Мексика, кому как удобно. Ну, такой счет явно не будет, но коэффициент, скорее всего, сбудется, и Германия свой матч выиграет на групповой стадии. Ну, а почему нет? Я же говорю, сборной Германии достаточно забить несколько быстрых голов, а дальше все посыпется, как из рога изобилия. Мы это все видели прекрасно, все помним. Почему нет? Посмотрим, да. Увидим. Будем смотреть на стадионе Лужники. Германия, Мексика, чемпионат мира по футболу. Ну а мы с вами увидимся уже на следующей неделе, друзья, где будет очередной интересный матч. Смотрите.